вас 4 дата. 3 даты, проходишь, стекай. Только от одной меня 4 даты. Я говорю вам да. Всі взяли, всі, кто в цьому залі. Сьогодні. Останній шанс стати частиною легендарного шоу. Мамі так хочу, щоб у тебе все вийшло. Безстрашні та відчайдушні готові з головою поринути в світ співу. Подожди, ти сьогодні збираєшся родити? Відвертість, яка надихає. Я прийшла в сказку. Карабас-Барабас, познайомтесь. Стихотворіння. Кому? Сережа Соседов вам. Називається «Гордий орел». Безпосередність, яка ошелешує. А можна я вас поцілую? Опа! Це ти, пацан. Пацан сказав, пацан зробив. Народжується. А ну дайте стойку учаснику! Легенда. От тепер можна валідорчика. У третьому сезоні відкрити сцену найграндіознішого співочого шоу України. Передчуваю довгий, виснажливий, але дуже цікавий і непередбачуваний день. Ну що ж, столиця, не підведи! Звістка про те, що столиця готова вражати рекордною кількістю співаків, дуже тішить спраглих до співочих сенсацій суддів. Ігор Кондратюк. Сергій Соседов. Ірина Дубцова. Серега. Сповнена надій віднайти сьогодні нову легенду, четвірка X поспішає зайняти робочі місця. І не гаючи часу, розпочати відбір. Довести суддям, що за 5 міст вони побачили далеко не все, чи не більше за інших, кортить ось цьому хлопчині. 19-річний Вітя вже давно зрозумів, ніщо не надихає його так, як спів. Іноді бувало таке, що коли я слухаю якусь музику, я спати вже не можу. Тобто я просипаюсь, починаю, включаю комп'ютер, починаю писати якийсь сценарій і спустя там некоторе время починаю зйомку. Я вилажую кліпи в інтернет, я вилажу і коментую всі мої кліпи. Ну, не всі, звісно, але багато коментують і багато положительних відзивів.
Та попри віртуальне визнання, реальні будні хлопця менше за все схожі на успішну співочу кар'єру. Пусти. Держите 8 гривень. Пожалуйста. Тож, ледь зачувши, що X-Factor нарешті дістався Києва, Вітя вирішив – час діяти. Адже сама собою найголовніша мрія життя не здійсниться. Меня зовут Витя. Витя, очень приятно. А расскажи мне, кто с тобой пришел? Со мной пришел мой брат, так. Славик, моя тетя Алена, моя сестра двоюродная Анюта и моя мама Аня. Очень приятно. Смотри, мы все готовы за тебя болеть. А ты готов хорошо выступить? Готов. Тогда прошу тебя. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. У меня к вам только один вопрос. Что вы будете петь? Значит, у меня есть две песни. «Зажигательная» Константина Меладзе «Оу-е» и Сергея Пенкина «Мама». Зажигательную, наверное. Давайте «Зажигательную», которая «Оу-е». Отлично, хорошо. Зачем ты пришел? Холодный ноябрь, верни мне хотя бы вчерашнее солнце. Всего одну ночь с тобой, мое сердце. Мне нужно согреться, мне нужно забыть, быть, быть. Пойди полетай. Тебе это можно. Мой вызов был ложным. И нечего ждать, ждать, ждать. Прикольно, чувак. Не пугайся, не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь только на одну ночь? Ты притворись моей. Она сказала, оу, oh, yeah. Она сказала, о, она сказала, о, я. Тут Остапа понесло. Не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку. Я встану. Хочешь мне помочь только на одну ночь? Ты притворись моей. Она сказала, оу, oh, е yeah. Ты притворись моей. Она сказала, оу, oh, е yeah. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Большое спасибо! Все, Виктор, понятно. Серега, не да, все понятно. Виктор, ты замечательный артист, у тебя невероятный талант. Спасибо. Ты очень круто двигаешься и поставил мега номер. Все хорошо у тебя, кроме одного. У тебя абсолютно не запоминающийся, не яркий, не интересный, скучный вокал. И ты не можешь победить в этом шоу. Я говорю тебе нет. По суті, мені здається, ми проголосували вставанням. Хто встав, того підняло. Хто не встав, той проти. Того попустило. Так.
Ира. А что говорить? Ну, кто встал, у того да. Артист. Прекрасно решил песню. Прекрасно режиссерски все поставил, отработал, движение нашел. Прекрасный номер, просто действительно и вокала было достаточно. Тут вокал, собственно, и не нужен. Было, можно было просто проговорить, достаточно вот было всего того действия, которое ты там представил, и действительно поднял настроение. Ты настоящий артист, ты шоумен, и это прекрасно. Я тоже говорю «да». У тебя три «да». Спасибо большое, спасибо. Витя! Вы что, так никто не выступал? Круто, просто круто. Ты где научился так двигаться? Сам, с рождения. Да ты наверное. Что? Присутствовали движения. Да, ну ты, конечно, зажег огни. Спасибо на X-Factor. Поздравляю тебя. Спасибо. Невероятно, просто невероятно. У меня нет слов. Спасибо. До встречи в лагере. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Настолько энергетика приятная и отдача зала, что просто нереально круто. Мне очень понравилось. Так само раділа колись своїм перемогам і 29-річна Оля. Декілька років тому, сповнена надій стати успішною співачкою, дівчина вирушила до Москви. І одразу впала в око модним столичним продюсерам. Ось тільки так само швидко стало зрозуміло. Усі вони бачать в ній лише звабливу білявку. У мене було багато моментів, коли можна було виступати в якихось там групах, там, в полураздітному виді, чи щось там піти, всякий бред, який зараз поють. Разные были предложения, и от которых я отказывалась, потому что я понимаю, что как я буду после этого смотреть родителям в глаза. Переступити через себе Оля не змогла. Повернулася в Україну і повністю присвятила себе доньці. Та всі ці роки жінка не полишала надії таки знайти тих, хто розглядить її справжнім. Здравствуйте. Доброго дня. Меня зовут Оля Воронина. Дуже приємно. Ви симпатично виглядаєте. Спасибо. Надеюсь, вам ще понравится, як я пою. А що співаєте? Це залежить від репертуару, до речі, дуже сильно. Ну, я не знала, що Ірочка буде в журі. І що? Ну, от як-то немножко боязно перед автором исполнять. Почему? Не знаю. Да наоборот, я же буду поддерживать. Переживаю. Так, Олечка, не переживай. А что за песня? Песня Филиппа Киркорова «Тысяча свечей». Так это прекрасно. Олечка, пойте, пожалуйста. І не бійся Дубцової, тому що якщо навіть їй не сподобається, є троє нас, які можуть тебе спасти. Давай. Спасибо. Ну, давай. Ми віримо в тебе. Расправь свои крылья, ведь ты же хотела до другого тень. Прими себе небо, но только сквозь грозы прошу тебя не лететь. А я буду дома, а я буду долгими-долгими вечерами. В молчании комнат, звонкам знакомых она ушла отвечать. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей. Тысячу свечей, пламенем внутри.
войной. А ты была гордой, а я бы все отдал вернуть бы тебя домой. Но я буду дома, но я буду долгими, долгими вечерами. Молчание комнат, звонкам знакомых она ушла отвечать. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей. Не бери, горит, я обещаю сердцем тысячу свечей. Спасибо. Чесно кажучи, мене пробрало, і після цього слова безглуздо казати. Круто. Просто круто. Я очень надеялась, что вы хорошо споете. Вы действительно очень хорошо спели. Спасибо вам большое. Я говорю да. Спасибо вам за песню прекрасную. Да, Ольга, слова нет, вы не услышите. Спасибо. От меня. Спасибо. Спасибо, Оля, превосходно. Да. Спасибо большое, спасибо. У вас 4 так. Спасибо. У вас 4000 свечей. Спасибо, до свидания. Ла-ла-ли-ла-лим, ли-ла-ла-ла-ла. Да, по-моему, я нехило пою эту песню. Игорь, ты вообще никогда не поешь. Молодец. Шутка, волновалась. А я говорила, девчонка, я с тебя не волновалась. Ну, хоть один человек был, который не волновался. Ура, ура, ура. Потому что я была убеждена на 100%, что все так именно и будет в твоем случае. Потому что ты потрясающая. Спасибо большое. Поздравляю, девчонки, до встречи в лагере. А ось ця розгублена парочка ріпших друзів і не помітила, як поставила перед загрозою подальший столичний відбір. Самою лише появою у холі Ваня та Олексій змусили учасниць забути про підготовку, а співробітниці X-Factor'а про свої службові обов'язки. Меня Оля зовут, кстати. Я журналист X-Factor'а. Зашарівшись від такої уваги, хлопці зізналися. Співати у попередніх сезонах на легендарному шоу вони були просто не готові. Та ще й навчання у різних містах геть не сприяло їхнім ікс-мріям. Ну, очень тяжело было репетировать, так как уже в Киеве Сербе находится. Мне приходилось приезжать к нему по выходным. Даже было такое, что по телефону просто репетировали. Серьезно, Ванек, привет, здорово. Ну что, давай, начинай. На громкой связи пошло. Да, серьезно. Было такое. Здоровенні рахунки за телефонні розмови і хлопці нарешті тут. Тож відступати вже нікуди.
Двигаемся, улыбаемся, хорошо поем. Мы за вас, выливаем. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые жюри. Здравствуйте. Что с залом случилось? Мы дуэт Two Voices. Мы приехали из города Сумы. Так, Ваня. Ваня, это кто? Я Ваня. А ты? Алексей. Леша. И что спевает там? Мы хотим для вас исполнить песню группы Take That, The Flute. Что такое флут? Я что? Наводнение. Давайте, наводняйте. Господи, хоть бы пели. Тебе, Господи. Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное. Круто. Класс.
зачем так долго петь, когда и так все ясно? Молодцы. Молодцы, да, говорю. Спасибо. Иван, вы по уровню вокала заметно уступаете Алексею. Это заметно. И вам нужно подтянуться будет. Вы должны это учесть. Алексей прекрасно пел. Замечательно. Спасибо огромное. Как дуэт вы смотритесь, несомненно. Конечно, да. Спасибо. Спасибо огромное. Вы когда вышли, и зал завизжал, вы еще даже не пели. Я сижу и думаю, господи, хоть бы пели. Пели, да? Спасибо. Спасибо огромное, спасибо большое. Поздравляю вас. Дивіться, у вас вже є тритак. Серега не правий трошечки в одній речі. Він каже, вже все ясно. Ще не все ясно, треба розбиратися. У нас є місце, де ми розбираємось з тим, з ким не зовсім все ясно. Називається тренувальний табір. Ви туди йдете, отримавши 4 так. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо. Девки, погода, блин, пацаны, кошмар. Вообще. Ребят, вы лучшие, мы в этом уверены были. Давай. Хорошо. Я же говорила, что 4. А мне приятно, чтобы вы меня не разочаровали. Мне так хотелось. Даже вы постарались на полную показать все. Эмоции переполняют просто это очень. Такого раньше со мной до этого никогда не было в жизни. С нами никогда не было, потому что вы у нас первый раз оставаете. Ребята, вас поздравляю. До встречи в лагере. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Хорошего дня. Спасибо, X-Factor! А тим часом ситуацію у залі інакше як катастрофою не назвеш. Well, my Leningrad! Четвірка X просто потерпає від націлених у будь-який спосіб прорватися до тренувального табору «Киян». Это мой кумир Игорь Васильевич Кондратюк. Добре, а что спеваете? Я хочу спеть песню Ники Минаж «Super Bass». Это рэп. Моя фанатка читает рэп? Да. Давайте. Я не могу вам відмовити. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell me who the F I is. Ань, Ой, мамочки! Все сжигает житейская мрень. Вот вокал бы прокачать, так как ты мышцы прокачал. Оксаночка, я вибачаюсь, я дуже вибачаюсь, але я просто мушу це зробити. Я жінка Юрія Гречко, який тільки нам виступав. Я дуже вас прошу, вважаємо журі. Це нереально зухвало. До побачення. І завжди життя! Быстря крили век. Говорить, собственно, особо не о чем. Серег, мне сегодня вы приснились. Я не знаю, это вещий сон или нет, но такое было. Но вам же не приснилось, что я после выступления скажу вам «да». Не приснилось. Ну нет. Вот и не обижайтесь. Три нескінченно довгі години гри на суддівських нервах і столичним співакам вдалося майже неможливо. Більше не можу.
До сьогодні мені і не тільки мені здавалося, що зіпсувати настрій завжди усміхненій і привітній Ірині Дубцовій просто неможливо. Але після навали невдалих столичних виступів виявляється, ой, як можливо. Будемо вірити, наступний сміливець виправить ситуацію. Та відшукати у холі хоча б парочку сміливців зараз – марна справа. Налякані кияни вже перешіптуються. Може краще перенести кастинг на інший день, аби судді встигли забути все, що нещодавно почули. Ірина. Да. Я бодрюсь. Ідем, все, пошли. Забрати звідси кудись у спокійніше місце свою дружину понад усе хотів би ось цей чоловік. За всіма рекомендаціями лікарів, 27-річна Олена зараз мала б бути у пологовому будинку та дивитися «Х-фактор» по телевізору. Він сьогодні особливо спокійний. Я не знаю, ви, мабуть, не бачите, але він тут дуже сильно шевелиться зараз. Думала, что вот сегодня уже. На самом деле мы приехали уже с этими пакетами для роддома. С мужем и там, да. Сынок, ну пожалуйста, мама очень хочет спеть. Да. Очень хочет мама спеть, так что ты чуть-чуть посиди. Поэтому мы договорились с ним, что вот я спою и... Уже он может там сам решать свои вопросы. Ты сегодня собираешься родить? Ну да. То есть я рожу, а потом можно будет вместе приехать. Ли? Ну, либо у нас есть мамы. Мамы помогут. Вот это X-фактор. Ну, если у нас и дети уже народжуете, и чудово. Да. Значит, я тебе желаю спокойствия. И хорошего-хорошего выступления. Пускай все будет так, как ты хочешь. Я надеюсь. Прошу тебя. Вот сюда. Помочь тебе? Ты сама? Давай я тебе помогу. Да? Дочечка с Богом. Ли, тихонько смотри под ноги. На скользкий пол. Я не могу так. Я это мне не очень так нравится. Давай микрофон. Дал? Ну иди, потому что аккуратно скользкий пол. Ой-ой-ой. Не надо громко кричать. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вы ведь вышли на сцену не одна? А вы знаете, кто там уже? Да, мальчик. Мальчик, да? Интересное положение. Я знаете, что хочу сказать? Вот как певица и как мама. На 9-м месяце петь настолько сложно. Вы даже себе не представляете, потому что такое давление на диафрагму невероятное. Что вы споете своему мальчику и нам? Эдит Пиаф, «Милорд». Давайте «Милорда». Далі на X-Factory. Сенсаційне рішення судді. Ти получаєш 4 так, і перший пройдеш в 4-й сезон в лагер. Спів, у реальність якого важко повірити. Я не вірю, що це вживую, це взагалі, це такий звук. Хто змусить стриманого Серегу втратити голову? Це повний пісець.
Та приголомшлива розв'язка найризикованішого виступу сезону. Не здесь, в больницу. Сейчас Оксана Марченко будет принимать роды. Я не умею. Осторожно! Надо спешить. Повертайтеся, аби не пропустити найцікавіше. Не було в цих блях, от що я вам скажу.